мы проводили комиссию, значит, антинаркотическую, выступление нашего главного врача, наркодиспансера. Значит, он там докладывал, значит, наркодиспансер, это же не только чисто наркотические вещества, но близкие к ним алкогоиды. Знаете, что у нас происходит? 2/3 всех, кому они диагностируют впервые алкоголизм, у них статистика ведется, и она жертву наливает. Завзятый посетитель. Это выводы, анализ, который делает врач наркодиспансера. И абсолютно правильно. Когда мы чисто элементарно, значит, я извиняюсь, пиваемся. У нас сколько уже детей травмировано в ДТП? Это в машине вместе с пьяными, в стельку, значит, родители. Сколько еще должна продолжаться цепочка несчастья и смерти? Мы ничего не делаем. Только ищем повод, чтобы ничего не делать. Значит, кто хочет повод найти, тот найдет. Это будет видно всем.